приехали еще голоднюхонькие, как собаки. В общем, ходим ищем, где про шашлык. Я только красные пью. Вот такие цены. Амстел двухалкогольный. 320 рублей. Крушовица 360. Ну, цены у них, мне кажется, что в сезон. Так, армянский лаваш. В общем, сейчас что-нибудь закажем. Ты что, не наелся форели? А вот на мангале, на мангале. Вон люля из курицы. Куриная грудка. А это за килограмм? Сделали заказ. Съедим по одной люле, да? Куриной. Все как летом, только нет народа. Про шашлык. Мы всем довольны. Нет, вот нам принесли вот такой глинтвейн в таких вот кружках. Че? Я ж тебе в трас говорила, что глинтвейн. Что за лицо? Такая гадость, если бы взяли на рыбу. Ой. А так ты себя снимала? Сейчас мама попробует вкуснейший глинтвейн. Я буду не слышно. Давай. Ну ты это правда показывай. Побольше глотни. Ну что ты врешь? Божественно. Это правда. Да вкусно. Она обманывает, не верьте ей, невкусно. Невкусно вообще. Такая Яна заказала глинтвейн, тебя перемурщивают. Попробуйте. Вкусно? Вот он, вот племянник упался. Здесь, на поляне, на грани. Ну, ты там есть, наверное? Ну, 10 рублей. Ну, это что? С двух человек. Три дня? 10 тысяч нет. В общем, до Лыж мы еще не доехали. Не доедем. Сегодня, я так понимаю. Сегодня, но точно нет. Мы так вкусно поели, ребята. Вот знаете, когда приходишь и не понимаешь, какие будут порции, нам собрали с собой целый пакет. Получилось, да, Яна, очень много. А где мой стаканчик? Нет. Серьезно? Да есть. Вот. А держи свой кофе. Ой, господи, на улице вот такая слякоть. Вот такая вот. А нам весело. У нас такая компания веселая подобралась. Мы купили шампанское, вечером будем пить у камина, да? Шампанское. Да, в Абхазию мы вроде собирались, нет? А сегодня, ты думаешь, мы решили съездить в Абхазию за мандаринами. Я им говорю, уже не сезон. Уже мандарины все, все, они уже, наверное, отошли. Ну, решили в Пятерочке купить мандарин. Решили в Пятерочке, купили мандарин, килограмм. Вот, ездим. Вова сгорел. Моторчик, представляете, я уже говорила, нет, на омывателе. Вот заказал ему сын в Сочи, пришел моторчик, он пошел его искать.
И вообще, конечно, я передумала переезжать в Адлерове в Сочи. Парковок абсолютно нет. Это сейчас не сезон. Я представляю, да, Яна, что в сезон творится? Да. Хватит ржать. Я не могу. Она не может. Вот отдохнуть сюда приехать, да, это да. А жить что-то как-то... То ли дело у меня парковка во дворе. Паркусь я не хочу. И вообще, знаете, такая штука прикольная, глинтвейн. Мы под конец взяли на белом, на красном вине. Под конец чего? Под конец ужина, обеда, завтрака, не знаю чего. Ну, такая веселенькая штучка, скажу я вам. Прямо так бодрит. Идрит, мудрит. Мы едем на дискотеку-то? Конечно. Yes. Ну, на этом пока мы этот влог заканчиваем, потому что, мне кажется, он начался... Следующее видео с дискотеки. Он начался в Новомихайловке. Мы покушали очень вкусно, правда. И у меня кебаб были очень вкусные. Мы заказали сяну из курицы. В торговом центре «Мандарин» мы были. Не торговый центр, а развлекательный центр. Ну, это, знаете, как я думала, мы зайдем там... Что-то не Кипарисовая, что ли, улица, да, туда? Кипарисовая, это... Вы нашли то, что надо? Нашел, а это автосалон Кипарисовая. Ну, вот. Машина сломалась, она с Ростова едет. А почему? Так же, как у нас с этим. А машина сломалась. Не доехал. Macarena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena.